Показывала вам кадры, как мы едем. И угадайте, куда мы едем. Анька спит у нас. Мы едем в Екатеринбург на консультацию. Как бы нам не хотелось сюда ехать, но все равно приходится. Женя не выспался. Мы спали 2,5 часа. Что мы так собирались полночи, чтобы ничего не забыть с собой взять. Ну, брали с собой еды, как будто мы на месяц едем сюда, в Екатеринбург. Вещей, еды с собой взяли. Боимся голодать, наверное. Наверное. Да? Я потом. Да не, лучше с собой взять, чтобы здесь никуда, ни по каким магазинам, никуда ничего не ходить. Поэтому сразу же взяли все с собой. Сисипаточно. Уже не новое слово в обиходе. Или как там, сисипаточно? Многие нам пишут, что Женя то грубый, то матерится. Я говорю, у него просто свой юмор. Не каждый его понимает. Понимают, наверное, только те, кто долго с нами на нашем канале, да, Женя? Свой оригинальный юмор, также и слова вот эти вот паразиты, короче. Он говорит, да я не буду от них избавляться, это, как ты сказал, это моя изюминка. Так что у меня муж с изюминкой. Как мне нравятся вот эти вот трамвайчики в Екатеринбурге. Я потом окей. Как из мультика. Бегаем уже по больнице. Зашли сначала в дневной стационар, заполнили кучу бумаг, потом нас отправили вход сдавать. Далее извини, покажи. Сейчас идем к ортопеду. А к ортопеду-то зачем? Одно плечо выше другого, общего осанка не понравилась. Еще бы эндокринологу сказали, возможно, пойдем. Из-за этого сердца что? Не из-за этого сердца. Просто говорит, пока у вас есть возможность, никого нету в поликлинике, сходите. Я говорю, ну давайте. Пособирайте походить. Да. Сифилис. Мы уже мозоли на ногах сами натерли, по-моему, бегаем. Так, сходили к ортопеду, сказал, что ну, незначительное изменение осанки поделать, упражнение лодочка, планку поделать. Березку? Нет, березку не надо, сказал, то, что плечи назад, ну то есть как бы за осанкой следить, никаких корсетов носить, ничего не надо, но... Я не могу дышать, у меня все лицо передавило. В общем, говорит, что мне-то нужна более сильная нагрузка, а кардиолог вам такую нагрузку не разрешит. В общем, как разрешить делать, так и делайте. Все. Теперь идем ставить холтер. Потом еще нужно будет посетить эндокринолога. Потому что мы когда зашли, она говорит, ой, что-то маленькое, худенькое. Надо бы показаться эндокринологу. Ну вот пойдем покажемся, потому что есть возможность. Не надо ее упускать. Едем ставить холтер. Слушаем музыку. Прибежали мы в машину. У Анюты завтрак. Съела она вон йогуртик. Пекла еще, я тоже делала с собой в дорогу сосиски в тесте. Она не хочет. Сейчас вон компинку с булочкой зажуем и опять побежим, да? Холтер уже поставили вон на шейке. У нее там висит, болтается. Аккуратненько. Кушай. Евген, что? Я в коматозе. В коматозе. Спали 2,5 часа, да, конечно. Лицо все от маски вон тоже, от резинок. Теперь я, наверное, не пойду с вами. Не пойдешь? Спать а будешь? Что ходить-то вы там? Да ты тут знаете, спаришься. Я у кошечки открою. И... Придем, это тут сварился. Сварился. Копченый это. Копченый Евген будешь. Копченый папа. Прилягу тут. Лягу. Давай, Анютка, давай поживее. Так, вот такое вот заключение ортопед нам выписал. Диагноз нарушения осанки во фронтальной и сагитальной плоскостях, артралгии в коленных суставах. Это я сказала, что у нее коленки болят.
Ну, частенько мы мажем тоже мазью согревающей, жалуется на коленки. Но он сказал, коленки пока не трогаем. Вот и все. Так, в принципе, говорит, ничего такого страшного у вас нет. Ой, так ринолога сидим. Вернее, ждем. Только у меня лицо вот так вот. Задом наперед маску надела, да? Печальная. Мы сейчас с папой уже уснем. Здесь все так тихо и душно. Ну вот зашла девушка, сейчас дождемся ее и пойдем к эндокринологу, потом снова в дневной. В общем, у меня уже ноги гудят, по этажам по этим бегать. У меня тоже. У меня тоже. А папа у нас как компас. Если бы не он, я бы заблудилась. Или как карта. Компас спит. Я нафига-то. Нафига-то. Ну что сказали? Что сказали? Назначили лечение. Какое, Аня? Котлетки кушать. Котлетки кушать. Это я уже там пошутила. Ну, сказали, что небольшой дефицит веса есть. Я не могу, я сейчас задохнусь. Нет, уже. В общем, кушать больше надо, а так рука никаких... Надень маску быстро. Этих нету. Все нормально. В общем, эндокринологу показалось, что она маленькая, худенькая. Взвесили, рост померили, посмотрели, по табличке соответствует и отпустили, все. Сказали, кушать больше, йодомарин 100 принимать. Все. А 200 не надо, йодомарин? Сейчас дождемся опять карточку, опять пойдем в дневной стационар, все это дело отдадим и все, и мы будем, наверное, уже свободны. Я уже устала. Сколько время? Половина первого уже. Полдня здесь пробыли. Хотя, учесть, что народу-то вообще никого нет. Ну, а есть немного чего. Сколько ее ужилась вся, да? Вот она, модные ремешок ей повесили сегодня. Электро-Анна. Повернись-ка, вы идете так с папой, у вас у двоих, тебе тоже, Женя, холтер поставили? Ты в поддержку Анютки, да? Все, мы освободили. Сколько сейчас время, Женя? Вот такую тачку я хочу взять. Все продам и куплю такую тачку. Красненькая кабинка. Вот такую тачку и в день хочет. Песочнице играть буду я. Песочнице играть. Время 12:46. Вот так вот, без 20, без 10. Час мы только освободились. Остаемся сегодня здесь ночевать, в Екатеринбурге. Нас приютили. Анюта, вы правда с папой, как двое из ларца? Синие джинсы, черные футболки. У тебя только надписи «Русь» не хватает. Да? Беларусь. У меня так бабочка тоже говорит. Ну, что она говорит? Ты тебе? Меня любишь или нет? Ой, у меня ноги гудят, не могу. Я набегалась по этим этажам. Ужас какой-то. А что за свинки тут нарисованы? О, там церковь. Видишь церковь? Да, расход. Расхохи, да-да. Чё-то расхохи, да-да. Женя с Анютой смотрят в бинокль. Мы же приехали, слушайте, поели и завалились спать. До 6 часов вечера проспали. Сейчас поужинали. Женя, он смотрит, Анютку заставил побегать, поприседать. Нам надо дневничок вести. Потому что когда холтер ставишь, надо... записывать, что делал, в какое вижу, время. Да, с часами важно. Наблюдает. Хорошо, я кошка в бинокль смотрит. Да. Может, повыше, пониже приподнять? Да, сейчас пойдем уроки с Анютой делать. Вот все. Да, они в шарфиках. Какие-то оранжево-черные шарфики надеты. Там фигуры вот стоят. Воинов каких-то. Спортсменов, воинов там. Какая-то с факелом тетенька, полуголая стоит. Столивар, все в шарфиках, короче. Не знаю, что за клуб. Я не футболист, так. Черный с оранжевым, короче. Я вообще думала, это какие-то работяги-то. Ну, так там столивар стоит, я тебе говорю. Можно и телевизор посмотреть. Закат уже, вечер. Надо уже бежать заниматься с Анютой. Все, ну, время много. Завтра сегодня пораньше надо лечь, 8:30, нам уже снова надо быть в больнице. Пораньше лечим, мы сможем. Внимательно
читай задание. Дальше сама будешь выполнять. Учительница сказала, чтобы вы это все делали сами. Я знаю. Ну все. Это знаете, что мы делаем? Это мы делаем контрольную работу. Возможности подключения к такому интернету нет, хотя мы взяли с собой ноутбук. Но нет возможности, мобильный интернет у нас только. Делаем контрольную работу. Сейчас вычитаем условия. И надо будет срочно ее отправлять. Но нам сказали, что если что, до пятницы ее можно будет сдать. Сейчас попробуем, если получится, то сделаем остальное. Будем так в тетрадках делать. Вот так и учимся. А ты что пошел делать? Я пошел, что-нибудь поиграю, посмотрю. Папа расслабончики пошел. Я сегодня трудился сильно же. В ауди руль-то тяжело крутится. Ладно, все, давай не мешай нам. With. With. Me. Me. He. Нет. Ой. А, ну да, he. He. He is. Very. Very. Funny. Funny. Угу. В общем, что-то мы с контрольной с Аней не смогли. У меня с телефона толком ничего не открывается. Но до пятницы еще есть время. Решили пока делать другое занятие. Время уже, правда, поздно. Ну, что делать? Я еще хочу с папой посмотреть фильм. Спать еще не хочешь? Mm-mm. Ну, давай быстрее выполняем. Может, ты успеешь. Обложился тут подушечками. Утихарился, главное, один. Ой, сидит. Гоняю тут. Что ты делаешь? Играю. В игру «Крутой Сэм» называется. Да ну? Да, древняя игра, короче. Я помню, мы с тобой как-то играли в эту игру. Да. Тут, правда, все деревянно, он нифига не тянет компьютер-то. А что мне еще делать было? Я вчера скачнул там фильмов, да, игрушечку. Так, что-то поугарает. Ой, игрушечки, сидит в подушечках тут. Игрушечки у него все в розовых подушечках, обложить тебя. Ци сидит, правда, играет. Ой, я помню, мы с тобой играли как-то в детстве. В детстве в нашем, в такую игрушку. Бо. Спасибо. Так там оно бежит быстро. Наши спасители. Спасибо вам. Зажглись все на тебя конечки. Становится. Мне кажется, надо, когда темно. Красиво так. Сейчас еще темнее будет, слышишь? Где столько машин снизу стоит? Вон хрустики гоняют. Хрустики? Хрустики. Почему они хрустики? Они падают и хрустят, когда ломаются. А-а-а. Ну потому что они как чумасшедшие гоняют. Ой, мне кажется, надо закрывать балкон, холодно. Ну давай балкон прикроем, а тут дверь открыта пусть будет пока. Ну. Вечер уже темно. Надо спать ложиться, а мы с Аней занимаемся, сидим. Да, Евгений? Да, устал уже. А еще я вижу, что с часами. Устал заниматься игрой. И церковь вижу. Вон бегают люди с собаками, он бежит. Просто бегают, смотри. Вечерние пробежки у кого-то, кто-то с собакой. Вот, там еще на велосипедах. Ну, всяко гуляют вон кто-то. Пошли, Аня, доделывать. Все, бегите, а потом я закрываю. Хорошо. Ну, пришла к ним здесь темнота, сходила в душ быстренько. Ой, сделали с Анюткой уроки, поужинали, салатик сделали из помидорок, да? Чай попили. Женя, вон, легли ненадолго посмотреть кино, и уже все, надо укладываться. Прямо в темноте я этот влог завершаю, Анютка у нас, он что-то раскапризничалась. Нет, не буду. Надо ложиться, завтра нам рано-рано вставать. Так что сейчас мы этот влог завершаем, и увидимся с вами уже завтра. Ты запиши бумажки. Какие бумажки? Что она психовала только что. В 23:05 нервный срыв у Ани случился. Ладно, все, влог завершаю. Всем до скорых встреч, до новых видео. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые очередные видео. Пишите ваши комментарии. И всем пока-пока.